смотрите, какая необычная подвеска на елку у меня на днях получилась. Это деревянная заготовка с принтом из тонкого фетра и вышивкой лентами. Сейчас покажу, как я создавала такую красоту. Для вышивки я использовала ленты из натурального шелка, розовые и зеленые, а также нити мулине, шерстяные, хлопковые и, конечно, бисер разных цветов. Для оформления взяла деревянную заготовку для декупажа и клей «Момент Кристалл». Список материалов вы найдете в описании к этому видео. Первым делом я вышила травинки, обрамляющие рисунок. Вышивала шерстяным мулине. Просто прокладывала стежки по нанесенному рисунку. Вышивать нитками можно даже без пялец. Фетр хоть и тонкий, но все же плотный и очень хорошо держит форму. Несколькими ленточными стежками вышила листья. У меня шелковые ленты, но можно использовать любые. Точно таким же ленточным стежком вышила и цветы. Вывела ленту на лицевую сторону, проколола ленту и увела иголку на изнаночную сторону. Дальше я добавила в цветы серединки. Просто пришила по 3-4 бисеринки. Тонкой ниточкой мулине короткими стежками вышила веточки, на которые впоследствии посадила ягодки-бисеринки. Пока пришивала бисер, по ходу подшивала концы ленточек на изнанке. Вот что получилось. Картинка шикарная, вышивается просто, а результат невероятно красивый. На этом сегодня все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем удачи, всем пока!